А вы знали то, что Melon Playground есть в Чикенгане? Ну или же Чикенган в Melon Playground? А если точно, то в Melon Playground уже есть вот такие вот моды, которые добавляют персонажей и даже ютуберов из Чикенгана в Melon Playground. И именно сегодня и прямо сейчас я вам покажу этот мод, и также покажу и расскажу, как его установить в Melon Playground на именно ваш телефон. Ну что, ребята, посмотрите, я уже в Melon Playground, как вы видите, да, вот, как бы я уже здесь. И смотрите, я установил уже эти определенные моды. Вот, посмотрите, они находятся уже прямо вот здесь у меня под рукой. И смотрите, первый мод, который я установил, это получается мод на Чикенчелла, ребят, офигеть, просто посмотрите, это очень круто, как он выглядит. Правда, я не понимаю, почему тут одна картинка, и получается в итоге Чикенчелл, но это реально очень офигенно, посмотрите, как он очень круто, классно проработан, прорисован. О, блин, смотрите, мы сломали Чикенчелла, вот это жестко, лучше так не делайте, это просто офигеть, блин, тут Чикенчелл просто сейчас убился в мясо, офигеть, что с ним стало, с этим Чикенчеллом, блин, мне так его жаль. Так, теперь у нас получается это вроде как Супов, реально посмотрите, какой он очень красивый получился, классный, прям реально его скин как в Чикенгане, просто реально посмотрите, но он реально такой же очень крутой. Блин, что с руками, я не понимаю, и ноги куда-то, блин, делись, и еще и руки почему-то летают по всей карте, я даже не знаю почему, но это реально тоже очень круто все сделано, как бы очень классный скин, так сказать. Здесь еще получается есть прям сам Дэн 19К, посмотрите, ну здесь реально просто 10 из 10, потому что скин очень крутой, прям в точности как в Чикенгане, то только идеально перенесен в Melon Playground. В общем, больше как бы сказать нечего, это реально очень круто. Про вот этот скин я даже не знаю, это то ли Тёма, то ли какой-то другой просто персонаж, так что можете написать в комментариях, меня поправить, если я что-то где-то как бы упустил и сказал неправильно, но в общем, выглядит он вот так вот, и это тоже очень идеально. Жалко, конечно же, что тут нету моего скина, было бы тоже очень классное дополнение к этому моду, тем более из-за того, что у меня в Чикенгане есть такая вот пиратская огромная шляпа, я даже не знаю, как круто бы она тут смотрелась. Может быть, когда-нибудь и меня добавит в Melon Playground. И если вы думали, что это все, то вы очень сильно ошибались, потому что здесь еще перенесли вот такую вот винтовку. Куда она делась? В чем прикол? Это как сейчас было? Я не понял. Ребят, а где винтовка? Ладно, давайте дубль 2 попробуем еще раз ее взять и положить. А почему она падает? Ребят, посмотрите, что с этой винтовкой не так? Она просто падает сразу за карту. Я думаю, вот здесь вот создатель этого мода сделал вот такую вот недоработку, потому что пушка просто падает за карту. Я даже не знаю почему. Ну а теперь я вам расскажу, как же скачать эти моды в Melon Playground именно на ваш телефон. Просто переходим в телеграм-канал, который указан по ссылке в описании под этим видеороликом, и сначала нажимаем на любой файл, например, Егор 3000... Мел мод, вот, смотрите, нажимаем на него, и тут у меня есть еще ES-проводник, и вот вам тоже нужно будет скачать с интернета, но это сделать очень легко. Вы нажимаете один раз, получается, и тут у вас получается выбор кнопок, смотрите, открыть, отправить, копировать. Как бы почему-то я нажимал открыть, и у меня ничего не получалось. Так что смотрите, мы выбираем копировать в, и тут у вас много-много папок. Да, ничего не понятно, как бы сейчас я вам поведаю это тайное знание, как это все можно обойти и все классно сделать. Смотрите, у вас тут куча папок, и вы выбираете здесь Android, потом Data. И здесь у вас снова куча папок с играми, с приложениями и так далее, с системными даже какими-то штуками. Но вы просто листаете до того момента, пока не найдете Melon Playground, именно вашу папку на вашем телефоне. Так, смотрите, листаем вниз, сейчас я ее где-то найду, она немножко далековато находится. Но вот, смотрите, мы ее нашли, нажимаем прямо на нее, и здесь тоже у вас выбор. Вы нажимаете на Files, получается, снизу, и здесь у вас тоже несколько папок, но вы выбираете Mods. И тут у вас отображаются все моды, которые вы добавили в Melon Playground. Но если вы не знаете, как это сделать, вот я вам сейчас это показываю, то у вас здесь, конечно же, ничего не будет. Поэтому, смотрите, вы просто потом нажимаете ОК, но я этого делать не буду, потому что у меня все эти моды уже установлены. И вы потом просто нажимаете ОК, заходите в Melon Playground, и у вас все эти моды, которые вы установили, есть на вашем телефоне в вашей игре. И вы можете с ними как бы играть, взаимодействовать как хотите. Ничего сложного, все очень удобно и просто. Советую заценить еще вот это видео, потому что такое же крутое и очень интересное, и должно тебе 100% понравится. И не забывай, конечно же, про лайк, про подписку на канал и про колокольчик, чтобы не пропускать новые крутые, реально классные видеоролики. Ну а с вами был Халар, до скорых встреч и всем пока, ребята!